Но хотя Мун через фейзы выбегает, Муна уже здесь не догнать. Хекс кидается, есть, если что, линза, сеточка достанет ли, да, сеточка достает. Неплохо, неплохо, неплохо. Правда, Тед может погибнуть от спектры, погибает. У нас спектра разложился здесь. Брюмастер, Дума хотя бы забрать получится или нет. Дум по-прежнему живет, слишком много регенерации хитпоинта, ведь Дум еще и может выжить. Стики потрачены, должен уходить, но все-таки панда его догоняет. Панда догоняет, задувает еще гримстрок, но Дум выживает, хилят его еще урной. И сейчас ультимейт пропадет у нас от Ферриса, может попытаться клепнуть и все-таки Дума забирать. Дум на развороте выдается, это минус 4 в 1. 4 в 1, да, из приятных новостей Дум потратил одну секунду БКБ. Нападение идет на Сина, Син погибает. Минус 7, в соло его забирает Шторм, и Шторм еще без Орчи. Так как появится Орчи, эти киллы будут делать намного попроще. Коллективу Эвелон, и пока что все еще непонятно, кто у нас выиграет. Да, у нас лидирует Эвелон, но у Спектре все плохо. Цеги тут подставляется на развороте ульт, неплохо, кстати, выживает Гримстрок. Ультимейт кастуется в Бэйна, это минус Бэйн, также зацепили еще и Панду. Панда должна погибать. Подкоп неплохо, да, пытается на развороте Тед подраться. Кстати, Тед должен забирать гримстрока, но сам попытаться прохарасить быстренько Дума, но у Дума слишком быстро регенерация хитпоинтов. Неплохо, ультимейт снова зацепили у нас по Тму. По Тму, если сейчас убьет, то это просто конечно. Он БКБ, по Тма нажимает свое БКБ, начинает отпрыгивать. Шторм тут неуязвим, по итогу развели абсолютно на все способности, зацепили еще и тролля. Тролля сейчас можно убить, подкоп порчит, это минус тролль. Тролль без байбека, 65 секунд его не будет. Как-то некомандное действие. Спасайся, кто может. Это называется. Ну и спаслись все, кроме тролля. Тролль, кстати, без БКБ. Стрела залетает по крипам, запрыгивает. Брюмастер орчит, ловит. Ну и это минус брюмастер. Да, там физгрип кастуется. Возможно, дадут разложиться брюмастеру, но погибнет Раста. Раста после байбека. Лоу ХП у Брю. И Брю также погибает. Минус 3. Также зацепят Бэйна и просто прописывается good game. На себя Цеги. Хоть в кого-то запрыгнет ли, да, запрыгивает у нас там в Теда, Тед своровал Бором Страйк и просто выкапывается отсюда, по итогу фуловый у нас Оракл, зацепили Перрис, Перрис можно убивать, так, сбивается телепорт, но Сларку главное не подставиться, Сларк может умереть, у Сларка есть стики, нужно их нажимать, но сворованного Бором Страйка погибает у нас здесь. Тут еще засейвили неплохо Теда, ультимейт от Вич Доктора, сбивает моментально Тед и по итогу плохая драка от коллектива Эвелон. Да, сейчас на развороте, возможно, убьют Эмбера, но трипл килл. Сразу в форстафе нажимается ультимативная на Теда, сейвят его. Сейвят, понимают, что очень много отдает, и на развороте зацепили у нас уже Сларка. Сларка можно убивать, не давать ему нажимать ультимативную, это минус. Сларк также зацепят еще и DH, DH также погибнет. Там касочки, правда, летают по антимагу, но Эмбер уже в спине готов наваливать. Эмбер зацепил Муна, кстати, неплохо. У нас Бетрайдера убили, Соник Вейв туда еще залетает, и по итогу сейчас просто лопнуть должны ее с ультимейта, да, сейчас просто ультимейт, трипл килл для антимага, но это конечно, 110 секунд не будет у нас Queen of Pain, также Цеги зацепили и прописывается good game. Прописывается good game, неплохо сыграно, ну и что, парни? На сегодня, по идее, все.